Кто будет нами править? О, горе нам! Да вот, верховный дьяк выходит нам сказать решение думы. Молчать! Молчать! Дьяк думный говорит. Шш! Слушайте! Мы все пойдем молить царицу вновь. Да жалится над сирою Москвою и на венец благословит Бориса. Идите же вы с Богом по домам, молитеся, да взыдет к небесам усердная молитва православных.